В хозяйственном суде состоялось очередное слушание по делу скандального недостроя. Инвесторов ЖК «Набережный квартал» приобщили к рассмотрению дела. Напомню, стройку заморозили еще в 2015 году, якобы за нарушение технических норм. Подробнее расскажет Анастасия Кожушка. Станислав с женой продали свою старую однокомнатную квартиру, чтобы купить новую, побольше, в новострое. 680 тысяч гривен они вложили в жилье, которое так и не построили. Нам обещали, что объект будет сдан в четвертом квартале 2016 года. Это вторая секция. Ну, я напомню, на данный момент даже не начато строительство. Нет фундамента, ну, вообще ничего, даже нет котлована. То есть работа не начата. Стройку набережного квартала заморозили в 2015 году, якобы из-за нарушения технических норм. Изначально на улице Жаботинского 3/1 планировали построить дом из двух секций в 20 этажей. Но застройщик решил добавить еще 7 этажей сверху. На сегодняшний день договор аренды земли не продлен, и, соответственно, вести строительство нельзя. Кооператив, который изначально вел строительство и собирал денежные средства для этого строительства, он прекратил финансирование, и какие-либо действия по продолжению строительства он тоже прекратил. Арендатор земли решил расторгнуть договор с компанией-застройщика и подал на него в суд, но не учел мнение людей, которые купили в недостроенном доме квартиры. К слову, сегодня инвесторов набережного квартала приобщили к рассматриванию дела в качестве третьей стороны. Но в суд явился еще один адвокат, представляющий якобы 60% вкладчиков, о которых раньше никто не слышал. Есть какой-то новосозданный кооператив, который там вошло, по нашим данным, около 20-30 человек. Вот. Почему-то на суде этот мужчина заявил, что вошло 60% пайщиков, хотя это откровенная ложь. Никто в этот кооператив пайщики не вступали, категорически против, потому что они хотели завести компанию «Адеком». Вот. Ну, «Адеком» никого не устраивает, потому что репутация компании оставляет желать лучшего. «Золотой берег» так не строится. Вот уже много лет, и ничего там не происходит. Следующее заседание по делу недостроя состоится 27 апреля. Напомню, инвесторы ЖК «Набережный квартал» уже не раз выходили на митинги. Их главное требование, чтобы дом все же достроили за счет тех 7 неучтенных этажей, так как люди выплатили полную стоимость так и недостроенных квартир. Анастасия Кожушка, Алексей Пережилин, 7 канал.